Всем доброго, здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает, с вами Юлия и Мишка. Всем привет! Ребята, Human Fall Flat вернулся, посмотрите, какие мы красавцы. Короче, я делал... Если что, я слева. Да, своего персонажа, но оказалось, что глаза с двух сторон получились, поэтому не удивляйтесь, если я буду выглядеть Миша, вот двуликий, так. Короче. Да, именно так. В общем, я полицейский. Давай, Юля у начальник, нас... начальник, ломай меня полностью, ё-моё. Хорошо, мы, кстати, с Юлей здесь вообще угорали по полной. Всё, друг друга ломай били, меня. Кто кого там выкинет, в рестлинг занимались, то есть, ну, чем только... В рестлинг, да. Все, выкину. Сейчас я тебя сейчас, короче, выкину. Покажу сейчас мощный выкину. Залом. Погоди, кто кого выкинет? Смотри, сейчас сверху внизу, как торт, это... Ладно, не будем ерундой заниматься. А потом еще вот так... И все, и все, я не могу встать. Короче, здесь дичью можно заниматься полностью, а самая главная новость – это новая карта. Ну все, давай, Юль, вставай уже, рухлядь. У меня из-за тебя рука сломалась. Короче, так будем проходить надо. Новую карту, не знаю, сколько времени это займет. Еще она вон большая, если что. Вот интересная такая новость. Оказывается, ребята, еще полгода назад можно было включить кастомизацию и воркшоп. Да, ну, мы до этого не знали. Мы доберемся чуть позже, оказывается, целые там комбинации движений есть, чтобы это сделать. Ладно, смотри! Блин, че, я мучился просто так, что ли? Блин, на самом деле. Какой силач. Я думал, что мы ладно, сначала... Ладно, не буду тебе мешать. По одному пройдем, но вдвоем, мне кажется, сразу веселее. Йо, потом... Мишка! Да ну эту палку, что ты ее суешь тут? Иди давай уже, на самом деле. Ее подпихнуть нужно под эту штуку уронить. Давай, подпихивай. Потому что нам больше... Так что подпихивай, я тебя жду, чтобы ты подпихнула уже. Так я думал, ты эту подпихивать будешь. Так а какая разница, что подпихивать-то уже? Да? Пихнула и все. Ладно, короче, погоди, не так все просто. Нужно вспоминать всю механику. Здесь вообще, на самом деле, была какая-то эпичная музыка в этой карте, но мы ее отключили, сделали тут свою. Да. Ну что ты вот суешься-то, когда я сую? Ну что на самом деле? Вот теперь твоя балка мешается мне. Убери эту говень, а! Что ты тут свою мелкую зачирыш тут сунул? Он, посмотри, какой у меня... Не знаю, с кем... какая у меня балка. Бревно целое, я бы сказал. Вообще, ну, да, слушай, ну что, а что не падает? Что твое бревно не справляется? Походу, размер не имеет значения. Юля, сейчас вот я тебе говорю. Нет, давай ради интереса, давай с вами. Моя вставляй, палка. Короче. Давай, давай. Сейчас. А может вдвоем попробуем подсунуть как следует? Так. Ну куда ее запихал на полную? Слишком глубоко, Юля. Давай, поднимай, пытайся поднять. У меня почему-то не получается. Должно это... Слушай, видал? Ну походу твой зачирыш действительно имеет значение. Только ты его не выкидывай тогда. Ну, нам нужно туда еще присунуть будет. Давай, аккуратненько залази. Какой-то Human Fall Flat несет. Ну, тебе помочь с твоей штукой-то или как? Сама залезешь с ней? Да, смотри, я не такая беспомощная, своя как нож ты. Своя нож не тянет, да, Юль? Вставляй. Тебе сейчас, помочь погоди. Прицелиться? Ну, прицелься, ё-моё. Ладно, дайте. У меня целкость сбита. Что это вы? Сегодня не в том настроении. Давай, давай я тебя вот так подправлю. Да ё-моё. Ну, Мишка, в самом деле. Ну, посмотри на мои глаза, что я могу сделать с этим? У тебя... Хотел сказать, на жопе, что ли? Юль, подправляй, вот. Ты будешь это... Давай, двигайся, двигайся. Вот. Давай, еще вправее. Вот. Во, еще правее дай. Дай, еще правее. Я не вижу. Во, хорошо. Слишком. Нормально. Все, ура. Все, давай. Вошло, все в порядке. Я раздвигаю. Господи! Ну что за игра? Я не знаю, почему здесь все так. Слушай, ничего. Она слишком. Я даже об этом. Палка слишком маленькая. Нормально, давай хватит с этой штуки. Ты тут пролезешь ее. Не уверена. А придется узко. Надо постараться. Ладно. Собрались и разобрались. О, слушай, все, я пролезла. Размер самый то. О, ну слушай, у меня легче прошло. Все. Фу, ладно, дальше полезли. Прикиньте, ребят, здесь на самом деле такой прикол есть. Эту миссию, она на самом деле очень длинная. Ну, можно посмотреть, летает. Но и в то же время очень короткая. Если... Здесь очень нелогично сделал разработчик. Вообще карта нам показалась туда. Не совсем логичной. Я просто лезу туда, где можно показать короткий путь. Ну, сами знаете, здесь есть раскачивание, да? То есть можно раскачаться и куда-то улезть лишний раз. Так вот, если раскачаться здесь...
Что, в принципе, ну, относительно легко сделать. Сейчас я это сделаю. Только не для Юли. Ну, с клавиатурой гораздо проще. Сейчас. В общем, сейчас вы видите вырезку, как можно здесь залезть, пройти буквально по боку, забраться и прыгнуть в этот колодец. Я на самом деле думал, что так и нужно проходить. И был очень сильно удивлен, что конец миссии. Да, очень на самом странно. Деле карта реально огромная, но, блин, выход так близко. Я, конечно, не знаю, может, разработчики специально сделали, типа альтернативные. Да. Мне кажется, это не совсем так, но фиг знает. Удивление, короче. Ладно, возвращаемся в нашу реальность. Здесь куда нужно... нам надо? Здесь, смотрите, две вот этих клетки. Здесь еще есть где-то камушки. Вон здесь справа, вон слева, точнее. Вон Юля, ага, чтобы, тебя. Короче, одна была... Да, закидать нужно в один. А, или... Стой, погоди. На самом деле этот камень нужно переправить вон на ту сторону и залезть. То есть нам нужно сейчас некоторыми ухищрениями... А так, как я тут его переправлю? Скидывай, он легкий. Эти камни здесь в этой миссии вообще легкие. Да, давай, давай, толкай, давай. Блин, нет, его надо вот так. Нет, его нужно взять руками, чуть приподнять, у тебя будет гораздо проще. Так. Давай, давай, бросай. Только не в ту сторону, а, или в нашу, ты правильно? Молодца, давай сюда. Не вот. Могу сам зайти. Слушай, а здесь вдвоем-то гораздо проще, мне кажется, будет пройти. Думаешь. Так, пойдем теперь на опять? Ту клетку. Да, придет. Блин. Ну ты отпусти меня! Братан, не хочешь селфи Боже сделать? Меня. Сейчас ты упадешь. Сейчас ты. Че ты здесь против меня? Держи меня, держи, брат, держи, не отпускай. Все, опа! Нет, начальник! Че, опасно, да? Оп, оп! Ой, блин, я думал, второй раз. Мы ведь сейчас тут же появимся. Ай. Пупц, все. Эй, вы чё, че, второй раз. Скин. Ладно, забираемся давай быстрее. Блин, я разворачиваюсь долго. Стой, я за твою жопу сейчас. Не блин, надо. Не успел я немножечко. Ладно, короче, забирайся и запрыгивай сразу же в эту клетку, как следует. Давай. Вот во вторую, куда да? ты полезла-то? А, ну можешь, кстати, наверх ее запрыгнуть, в принципе. Так стой, нам прыгай, в какую клетку ты правую, 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 правую. Да. Вот в эту? Не-не-не. Вот в эту клетку, запрыгивай. Прям в нее? Ну, наверх, может, да. Давай, тяни. Маловато вес, походу, да? А нету ли еще? А нельзя? Ну, так может надо сразу сюда, Миш, перепрыгнуть? Так, да можно перепрыгнуть, но нам сложно будет здесь с раскачки. Ты зря вот сошла. Иди сюда на эту штуку, иди. И вот, чё? А теперь стой здесь. Стоишь? Так, стою. Стой. Сейчас я эту штуку возьму. Быстренько, давай. И что делать? Я не успел. У тебя сползает она или еще что? Она поднимается. Не должна была, я не успел. Ладно. А что ты хочешь, скажи мне? Камень, смотри, камень нужно переправить вон на ту местность, куда я сейчас смотрю, видишь? Да. Забираемся на камень и перелазим. Нам нужно туда, в ту сторону, ясно? То есть сейчас... Я должен просто был не туда залезть, в эту клетку, а отсюда забрать камень. Понятно, короче, и переместить его туда. Да, блин, только здесь как-то он... Ну, все. А я сейчас весу-то не придам? Не придашь. А здесь теперь просто переправляем его, и все. Давай, я приму сейчас. Принимай, давай. Возьмешь, взяла? Да. Все, молодца, давай, тащи, сейчас я приму. Ох, не упасть бы, не упасть. Тихо, я сейчас приму тоже, возьму у тебя. Давай. Все, я молодца, сама. Молодца, давай, вот, тащи. Ой, теперь, короче, заберемся сейчас. Да, вот, ставим, все, отлично. Вот, молодцы, вдвоем команда куда интереснее получается, проходить куда проще. Сейчас, аккуратно, вот. Лишь бы только мне залезть. Здесь, конечно, можно с раскачки, но не совсем. Я боюсь, я не опрокину на себя его. Да не про... Ну, я же залез каким-то образом, так что не переживай. Все, сохранение есть, где-то там. Залазь, тебе помочь или нет, сама? Я как сама. Все, молодцы. Давай, я тебя провожу немножко. Спасибо, вы так добры, начальник. Вали отсюда. А что это такое? Слушай, здесь камень, может, скинуть надо? Да, камень нам нужно скинуть. Да, давай, скидывай. А, вон балка вон. Сейчас снова наши инструментарии потребуются. Так, нужно как-то его спихнуть. Слушай, а тот-то, может, надо взять было? Да как ты его возьмешь-то, Юль? Ну, представь. А, да, точно. Сейчас надо как-то сбить его. Во, практически. Я боюсь сюда, если что, залазить. Может, вот в эту сторону лучше. Да, давай. Ну, не так просто это сделать. О, как хорошо с твоего экрана. О, нифига себе ты! Очень хорошо! С твоего экрана вообще ржачно это все выглядело. Так, где я... Ай! Все, шею сломал. Позвонки все пересчитал. Так, упал, очнулся. Может, у тебя получится, уж у тебя больно балками хорошо управляется. Хотя странно, на самом деле. Ну, погоди, дай мне последний давай, шанс. Давай. Так, сейчас, аккуратно. Не факт, что у меня получится. Так, вообще. Поставил и... Сейчас, погодите. И... Сейчас, стой, погоди. Очень сложно. Ну-ка, а если тебе похлебало, можно дать? Ну-ну.
Ну, вот мне Дон дает похлебалу, а вот наивный, по... да, согласен. Это слушай, не может попасть. Я предлагаю потом как-нибудь на этих балках... Сразиться, да. Короче. В начале же есть, правда, у тебя покороче, но у тебя и по короткими неплохо получается. Сейчас, погоди, надо... Стой, я вот так. Во, хорош, видишь? Хорош, хорош. Все, я помогла. Так, если не я, возьмешь сейчас эту штуку сюда, поставишь, хорошо? Сейчас, погоди, вот. Давай, сразу же. Тащи. Стоп, бросай. Все, погоди тут, стой здесь. Стою. Первый пошел. Ты первый? Потому что я царь. Нет! Все нормально, поправишь там. Справишься. Коробка. Давай, я тебя жду. Давай. А что ты делаешь-то? Помоги мне! Нет! Давай, сейчас помогу. Я отпускаюсь? Нет, не отпускайся ни в коем случае. Стой, погоди. Я залезу. Давай, руки перехватывай. Не могу, не выходит. Прощай. Все, я ухожу. Погоди, сейчас держись. Держусь. Я сейчас тебя спасу, я тебе отвечаю. Сейчас все Во, подтянись чуть-чуть. Да подтягиваюсь, как могу. Больше не могу. Так. Руку. Подай, подтянись. Давай. Да что ж ты делаешь? Давай руку. Короче, ты же сейчас тут появишься. Сейчас, да, давай. Да отпускай уже. Все, хрен короче, с тобой. Может, я тоже сейчас появлюсь. Ну, может быть, сейчас проверим. Сказал с Надеждой Юля. О, все, видал. Правда, это говно здесь упало. Так, ты давай. Залази. Ты про себя говоришь. Нет, я уже давно здесь. Короче, ты что делаешь? У нас тут такая. Блин. Такая дурочка есть. Я на самом деле не понял, здесь есть вот эта штуковина. Видал? Меня прям магнитом прицепило. Так, погодите. Короче, давай залазим здесь. Я не знаю, зачем эта большая палка. Мне кажется, на нее надо запрыгнуть. А мне кажется, ничего с ней не надо делать. Я вообще не понимаю, здесь некоторые детали как-то нелогично присутствуют. Погоди, только я перепрыгну. Я не уверена, что я допрыгну вообще до туда. Ну... Я не уверен, что я допрыгну, но мало ли, может, что из этого получится. Вот, ты допрыгнула, молодца. Давай, я жду пока. Следующий пробуй. Может, вот сюда надо, и там переправиться, короче. Ну, давай, хочешь, пробуй тут. Я попробую прямо. Мне кажется, прямо куда логичней. Но попробуй. Я просто не вижу, куда дальше-то. Так, поехал. Стой. Может, действительно, что... Гони. А попробуй вниз как-то ее подтянуть прям сильно. Тяни. И чё? Может, нам вместе? Ну, уже... Давай, у тебя что-то получается. Слушай, эти штуки-то... слушай! Да я забрался на изи, на самом деле. Ого, Юля, вообще тут рисковый парень. Всё, я на другом конце. У меня все получилось. Давай, где ты там? Вот, почти. Мне кажется, ты зря мучаешься. Я уже реально перебрался. Почесала зад себя. Спрыгивай уже, не мучайся, а. Ладно. Все. Я надеюсь, ты появишься там, где и я, примерно хотя бы. Да, о, ответ, да. Здорово. Слушай, мне нравится это. Да, то есть Мишка будет проходить, а я буду всё, появляться. Все, встала, да? Все, отлично. Что у нас здесь присутствует? Ого, вот это булыжники. Ну, уверен, что вот эти балки нужно как-то нагнуть. И давай сюда подставим камень. Давай. Короче, опускай балку как-нибудь. Сейчас, стой, как ты представляешь это сделать? Только не провались в щель. Стой. Да как-то так? За болт. Нет. Прыгни просто. Во-во-во, прыгни. Ты за болт держишься. Возьмись за балку. Да. Чуть. Нет, стой, вот. Хотя так. Можно было ее. Ну, короче, во-во-во, давай, тяни. Блин, ну что ты какая-то? Да, блин, не могу. Блин, только. Во! И... Все, хорош. О, тебе еще и камень помог. Стой! Ну что ты? Что ты делаешь? Не могу. Короче, вот давай. Здесь не судьба была, ну, по-нормально. А, сразу. Ну ёпта. Подбросила так. Ты куда сейчас? Все нормально, все работает. А где еще взять один? О, вон, вижу, а вон там, на той стороне. Ну, все, здесь перепрыгивай, здесь, сюда вали. Чё думаешь? Ты? Да, конечно, что ты мудишь-то? Берешь так, и все так. А тут нельзя. Блин, все. А здесь зачем? Ну вот сейчас. Я считаю, что вообще нужно изучить. Ай, как я ударился. Изучить ситуацию. Чё? Выкусил. Перепрыгнула. Да, тут меньше расстояние-то, ё-моё. Ай, ладно, пошли за кирпичом. Не знаю, для чего он пригодится. Тут какая-то вон телега лежит. А, здесь реально расстояние вообще никакое. Её надо, видать, протащить. Да, её надо протащить, чтобы перелезть. Ну, у тебя хорошо получается всякие узкие щели вставлять. Я не знаю, попробуй подправь меня, Юль. Давай. Давай. Не сильно не наступай. У меня, погоди, сейчас я чуть-чуть выровняю. И давай сейчас, шагай на неё, шагай. Или подними.
Давай, поднимай. Никак. Вот. Стой. Теперь опускай. Вот, все, пошло. Все. Глянь там, что происходит с той стороны. Смотрю. Сразу же. Пошло. Давай, пропихивай. Да пытаюсь. Ее приподнять-то сильно нельзя. А если слишком низко, я на нее наступаю. Может, да, возьми с той стороны, может, чуть-чуть подтянешь мне. Блин, слушай, я О, поехала. Ну, правильно, потому что я на ней вишу. Юль, сейчас ну тогда... я отпущу. Да, отпусти, мне так проще. Я надеюсь, я тут появлюсь. Да уж должна, как говорится. Блин, опять перелазит. Все, я не знаю, докуда там надо. Блин, а ты уже не тут. Короче, я пошел сам на разведку посмотреть. Да я сейчас тут быстро. Чувствую, как бы, ну, она не должна упасть из-за того, что защемило ее здесь. Поэтому я перепрыгиваю. Давай. Сразу же просто прими у меня этот, как его... Камень, ты сейчас погоди. Да, кирпич это огромный. Я не уверен, что перепрыгну с ним. О, слушай, получилось. Тогда отходи. Ну, все. Убери свою хару. Стой, блин. Так, там говори, рули. Слушай, а как его перетащить-то? Надо опять, наверное, эту доску-то. А какую доску и куда? Вон эту. А как ты перетащишь-то? Я понял. Ты же не допрыгнешь. Хорошо, сейчас погоди. Все, как это, на горшок, как будто сказать. Ну, что ты в зайку пристраиваешь, девочка? Обнимали тебя. Подождешь своими обнимали тебе. Сейчас, здесь, по-моему, как раз вот это находится высоко. Бери. Стой. Да погоди, не тащи на меня. Не тащи. Да не тащи. Сейчас меня спихнешь. Да все, стой, пошла. Успокойся. Пошла. Давай. Я сейчас еще вот так. Опа, стоп. Стой. Держи, иначе упадет. Стой. Все, давай знаешь, как сделаем? Как? Перестрахуемся. Я встану на нее, а ты иди с камнем. Давай. Да стой, о, погоди. Слушай, а ты сейчас ее и так засунешь. Погоди, давай. Я не вижу, она. О, там... хорош, все. Все. Короче. Все, видал, тащите. Молодца. Я думал, сейчас вдвоем, а тут, оказывается, одного замечательно можно. Тихо, только не урони! Все в порядке. Я тащу. Так, ко второй штуке тащим. Сейчас все в порядке должно быть. Такс, Юля, нужно опустить эту штуку. Подкладывай кирпич сразу же. Ты за... Отпусти. Да давай. Вон, подкладывай. Нифига себе. Блин, да убери свою гору отсюда, подкладывай ты. Ё-моё, сейчас. Все, давай. Толкай. Ну, да он не толкается. Да ты возьми. Вот, стоп. Все. Так, далее ты чё? Наверное, сюда. Я пошел. Короче. Далее надо ждать... прихода кирпича, да. Что ли? Где он там? Сейчас, погоди. Надо походу вот до тут добраться реально. Ну, здесь какие-то ступеньки есть. Сейчас. Вон он пошел. Пошел или нет? Это ли ты пошла? Это тень. Я пошла. Тень. Давай. Раз, два, три. Прыгаем. Оп. Меня раздавило. Все, Юля. Вон туда, наверное, надо было. Да. Стоять. Придется новый кирпич ждать. Еще одна упала здесь. Черт возьми. Мы сразу же просекли, что здесь делать, но ничего, сейчас все в порядке будет. Я попытаюсь. Давай. Готовься быстрее, потому что они... Погоди, я уж если что потом дождусь. Дождешься? Следующего автобуса. А, ты правильно, ты можешь просто спрыгнуть, потом появиться и не париться вообще по этому поводу. Ну давай, кирпич, езжай, вон уже взял. Ну, Юль даже забраться не может. Ой. Где ты прыгала, здесь что ли? Вот, сюда надо. Сейчас, короче, профессионал покажет. Летит кирпич. Все, готово. На счет три. 3, 2, 1, пошел. Нет! Придурки. Все, я пошел, но Юля свалилась. Очень да. Обидно. Ты что, не в ту сторону? Летит. Ты готова? Нет. Надо сразу же в эту сторону как-то прыгать. На ход. Вдвоем, конечно, сложнее. Ай, Мишка, давай за нас, ну! Yes. Я на а месте. А можно я спрыгну? Да погоди, сохранения еще не было. Вот теперь можешь спрыгнуть. Сейчас. Я по-царски вот так. Так, слушай, а то тут вообще непросто будет перелезть. Ох, слушай, да, согласна. Здесь, походу, каким-то ну, образом... опять палка, вон, смотри-ка, палка. Слушай, ну здесь, конечно, можно с раскачки, но я думаю, вряд ли нет, что располагалось. Нет, ну, Юля точно а, не вон, смотри, кирпичи какие-то есть. Давай сшибем все эти кирпичики. Давай. А, на той стороне ничего нету, да? Да, на той стороне ничего нет. Короче, снова я вооружаюсь этой балкой, попытаюсь сбить все. Давай, Мишкин. Конечно, не знаю, да, блин, как у тебя она какая-то выйдет. Длинная, слушай, не так-то и просто, может быть, как-то еще. Ну, здесь надо прям очевидно, что вот сюда нужно просунуть и сбить снизу. Сейчас попытаюсь. Блин, слушай, ну как ей вот управлять?
Да, подправь, пожалуйста, чутка. Вот, направь. Вот, правильно. Слушай, блин, вот, все, отлично. А теперь нужно как-то поднять. Стой, нужно взять, мне кажется, вот с этого конца, вот так. Давай, и поднимай. Слушай, она тяжелая, я не могу поднять. Как вот тут, может, вдвоем? Ну, а как одному тут проходить? Давай, за счет меня поднимай. Да не могу, не могу. Попробуй. Во! Оно не достает. Во! Все равно, попробуй тоже поднять. Я могу отсюда. Давай, вот вверх. Слушай, ну мы не достанем ни за что. Как это сделать нужно было? Так, я знаете, что подумал? Может, здесь можно по кустам забраться и не мучиться? А, слушай, да. И как куда проще будет все это дело? Балка здесь, походу, нужна чисто для перемещения на ту... Ау! Примешь кирпичи? А, ну давай. Слушай, давай. А я мог бы на ту сторону перепрыгнуть, на самом деле, подставить. Думаешь? Этот кирпичик. Ну а мало ли, да, я попробую. Может быть, может, хотя... сюда надо. А балка не нужна потом. Тихо, вот тихо, это прикол! Тихо. Вот это прикол. Блин. Короче, сейчас давай, мастер давай. Все сделал. Да! Мастер, фломастер. В тебе видно, смотри, когда залазь-то. Сейчас я просто не с того места. Как Гомер, блин. Блин, все равно я упал. Да ё, что дело? Сюда. Да ё-моё, рука, ты меня не слушаешь. Все. Я все равно на подстраховку. Так, я с этой стороны лучше начну сразу же свою это. Так, попробую, может получится, слушай. Ну, не, далековато, ни за что. Короче, я скидываю всю эту хрень. Давай. Далеко слишком прыгать. Да ёшкин кошкин, давай хотя бы свизи, ну что-нибудь. Юль, ты здесь почти? Почти! Оба почти, давай. Видал, какие у меня булочки. Это, конечно, хорошо, что у тебя такие булочки, но нам надо как-то... Но я не могу, я, видишь, подталкиваю своей мордой только. Вот, мне хотя бы рукой я сейчас... Тащу. Ну хватит, потом разберешься своей. О, видал? Во, хорош, я тащу его. Меня лишь бы, блин, мне бы как-то зацепиться, перехватиться здесь и тащить вниз его. Не, мне кажется. Все, Юля застряла. Миш, я застряла. Ща. Иду на помощь. Вытащи меня. Все. Так. Все. Отлично, все. Спасибо. Слушай, отсюда вот сразу попытайся туда запрыгнуть.